Объяснение в любви может закончиться трагически, если присутствует кто-нибудь третий, незримо. В опере Янка была паяца, Недда, артистка передвижного цирка, не знает о том, что свой любовный дуэт с Сильвио она поет для спрятавшегося мужа, Камера. В нашем концерте он не участвует. Она при этом сообщает ему страшные вещи, что она собирается бежать. Недда артистка часто произносит слова любви в шутливых интермедиях на сцене, но в жизни дело серьезнее. Дуэт Недды и Сильвио из оперы «Янкавала» поется Софья Некрасова и Паяч, и Владимир Зыровский. Thank you.
Теперь у нас приготовлено несколько экзотических любовных дуэтов, но традиционных для романтической оперы. Действие в такого рода операх, как правило, происходит на Востоке. А Восток, как мы помним, дело тонкое, особенно Индия. Эта страна долгое время была английской колонией, но в театре она скорее стала колонией французской оперы. Французский композитор Лео Дели помещает в Индии на священном участке возле храма действие своей оперы «Лакме». В дуэте «Лакме», жрицы этого храма, и ее служанки «Маляки», они воспевают просто красоту природы, прохладу ручья, над которым свиваются цветы жасмина и роз, словно в любовном дуэте. Дуэт из оперы Дельба «Лакме» Анастасия Мещанова и Юлия Ложевская. Thank you.
Конечно, видим и помашем. Это Вами мой текст. Мы остаемся в Индии. Мы просто переходим с одного священного участка на другой. Да, следующий любовный дуэт, так же, как и предыдущий, Фарми прав, принадлежит к разряду так называемых однополых любовных дуэтов. Но, значит, там Надир и Зурга любят друг друга, но еще больше. Они любят прекрасную Лейлу, разумеется, Зрицу. И в своем возвышенном дуэте они поют, тем не менее, о том, что ни одна женщина никогда не все-таки не послужит помехой их истинно мужской дружбе. Дуэт Зурги и Надира из оперы «Безе» «Искатели жемчуга» Роман Арнт и Владимир Суровский. Oh,
И все-таки, дорогие друзья, все прозвучавшие дуэты я бы назвал дуэтами любовного эгоизма. Посудите сами, кто бы они ни были, он и она и она, или он и он, все они поют либо о своих страданиях, либо о своей любви. И никто из них не заботится о потомстве, о детях, которые в день Святого Валентина 14 февраля 2038, 39 или 2040 года будут петь любовные дуэты вместе с оркестром «Северная симфония» под руководством художественного руководителя Фадо Мастра. И только Папагена и Папагена из оперы «Моцарта волшебная флейта» поют о маленьких папагенчиках и папагеночках, которые появятся вследствие их любви. Дуэт «Папагена и Папагены» из оперы «Моцарта волшебная флейта». Владимир Сливровский и кто? Юлия Лазовская.